Всем привет, мои дорогие! Сегодня у нас будет обзор покупочек. Мы снова были с Женей в магазине. Но купили очень много всего, потратили где-то около 5000 рублей. Ребята, я сейчас вам покажу все наши покупки. Давайте смотреть. Так, ребята, смотрите, вот сколько всего. Очень много, правда, всего. Сейчас буду показывать вам кое-как, друг на друга все здесь выставила. Так, давайте, наверное, начнем с этого угла. Яйца. Яйца взяли красную цену сегодня. Так, здесь какие-то вкусняшки, где они? Какие-то конфетки там. Да, вот шоколадки. Диана, кстати, очень любит Милку у нас. Так, собственно, здесь печень куриная. Рыба. Рыба здесь горбуша, без головы, свежая, такая, ну как замороженная рыбка. Здесь скумбрия, тоже, кстати, очень ровненькая такая рыбка. Не знаю, планирую, может быть, в духовке запеку. Давайте по ходу, да, здесь чипсы Лейс, это Диана такие любит. Также Диане мы взяли вот такие вот шарики Несквик. Тоже она очень любит. Так, здесь у нас, значит, зелень. Как скажет Женя, одна травка. Шучу. Так, ну не шучу, он так действительно говорит. Так, здесь у нас, в общем-то, листья салата. Сельдерей. Что-то как-то захотелось мне приготовить что-нибудь вкусненькое. Сельдерей, давно не брала его жира. Здесь лук красный я взяла, но это такой, знаете, крымский или краснодарский лучок. Суть не меняется, да, в принципе, одно и то же. Взяла вот такой, ой, обычно я беру вот, собственно, просто белый лук. Сегодня также его взяла, наш репчатый лук. Ну и такой тоже прихватила. Колбаса. Так, здесь гранат. Очень много всего, ребят, поэтому немного я, наверное, путаюсь, да. Ну, как бы передвигаемся, стараемся плавно. Здесь кукуруза. Горошек зеленый. Вот только брала, но у меня как бы еще есть, но это, знаете, пусть стоит. Просто когда я начинаю готовить какие-то салаты, то мне все это действительно очень требуется. И бывает, посмотришь в холодильнике, какого-то ингредиента не хватает. Тут уже как бы беда наступает. Сливочное масло. Такое постоянно я беру. Конечно, лучше, если процент жирности уже за 80, но 72,5 тоже как бы неплохо. Сухари панировочные, сахарная пудра. Крахмал. Ну, сухари, пудру мне как есть, как бы, да, а вот крахмал нет, закончился. Взяла картофель на сегодня, кукурузного просто не нашла. Сырки плавленые, но это так, знаете, на всякий случай, может быть, в какую-то закуску потребуется. Здесь шоколадные, вот два сырка, это просто Женя любит шоколадные. И вот такие вот салатные надежды я взяла. Так, здесь сливочный сыр с зеленью. Да, зеленью, правильно, зеленью и огурчиками. И здесь вот такой вот тоже сырок, ароматная зелень. Тоже, не знаю, сливочный, наверное, да, крем-сыр. Маслины, оливки по баночке взяла. Тоже все позаканчивалось у меня. Селедка. Такую селедочку, кстати, вот баночками мы часто берем. Она стоит 190 или 199, ну как-то так, я уже не помню. Вот эта баночка. И знаете, очень даже выручает, когда нужно приготовить какие-то салаты, может даже закуску, что-то такое. Не хочется возиться с селедкой, а вот это прям отличный вариант. Так, ну лук показала. Здесь масло. Тоже у меня закончилось масло. Ну как, еще есть, но уже мало осталось. Большую, я не знаю, надо как-то большую, наверное, взять. 5-литровую, может быть. Все никак руки не доходят. Сразу побольше просто взять. Здесь фарш. Вот такой сегодня домашний фарш взяли. И, ребятки, вы уже видите, да, красуется. Здесь кусочек мяса, свинина. Вообще у нас свинину мы как-то, ну, я не знаю, я стараюсь не очень часто ее готовить. Мне не нравится все-таки жирное мясо, но... Хочется, да, для праздничного стола что-то такое сочное и красивое сделать, поэтому взяла кусочек, вот такой большой кусочек свинины. Будем готовить с вами, друзья. Так, здесь у нас куриная грудка. Ну, это то, что я люблю, да, постоянно беру. Без грудки как бы мои рецепты не обходятся. Здесь у нас чеснок сухой, сушеный. У меня тоже уже весь позаканчивался. Лимончики 2 штука.
Для унитаза вот такие штучки. Кстати, неплохие. Я беру уже не первый раз, и мне очень они нравятся. Так, вот такие вот салфеточки первый раз беру. Салфетки тоже у меня закончились бумажные, и я решила взять. Тут мне немножко подфартило, я взяла по скидке вот такую пенку для умывания. Честно, она мне очень нравится. Вообще она так стоит в пределах, наверное, где-то 90 рублей, но сегодня, можно сказать, 50% скидка, там 40 с чем-то она обошлась мне, так что повезло. Тайд также был по скидке, по-моему, 179 рублей, но я считаю, что это очень прям дешево, тоже повезло. Капсулу я люблю такой порошок использовать, мне нравится. В общем-то, и сок любимый, это у нас Диана обожает. Ребята, вот смотрите, вот они все покупки, да, как бы вот все здесь. Также мы сейчас, пока по ходу я все это разбирала, еще сыр косичка был, Женя забрал, и рыбку, скумбрию взяли сухого копчения, тоже вкусное, сухого говорю, горячего копчения, в общем-то, вот, уже рыбку съели. Не успела вам показать, пока все это вынимала. Походу, здесь у меня трапезничали мы. В общем-то, все, ребята, вот такие вот у нас покупки снова, да? Большая закупка. Вроде как недавно было. Где-то, наверное, дня два назад, да, были у нас покупки. Большая, по сути, была закупка. И снова у нас обзор покупочек. Все, ребятки, на этом буду заканчивать. Спасибо, что посмотрели. Скоро с вами увидимся. Пока-пока, мои дорогие.